Ребята, всем привет! Вы на канале Водопровод, канале без лишней воды. Сегодня, кстати, да, воды предостаточно. Дождь идет на улице. Значит, сегодня мы решили одну задачу. На просторах интернета об этом ничего не говорится. Так, задача была протянуть канализацию. Здесь, наверное, до колодца порядков метров 50. Значит, единственное, что можно было сделать, это сделать прокол. Прокол сделали 110-й трубой, ПНД. Но возник вопрос, как же потом ПНД трубу соединять с канализационной. Для этого существуют вот такие вот ремонтные соединения раструбные. Но есть одна проблема. Заключается в том, что у ПНД внутреннее отверстие меньше и прилично меньше, чем манжета у ремонтного раструба. Вот для того, чтобы эту проблему решить, берется резинка, которая, значит, одевается при соединении унитаза. Вот такая наружная резинка. Вот ее лепесток снаружи. И есть такой же лепесток внутрь заходящий. Он существенно меньше. И ремонтный раструб, он как раз очень плотно, благодаря вот этой вот резинке, заходит. То есть ту резинку, которая идет в комплекте, мы ее убираем и ставим резинку для соединения унитаза вот в этом месте. И все. И соединение готово. Дальше пошли уже обычной 110-й канализации, куда необходимо. Ребята, кому окажется полезным это видео, эти методы, которые мы применили, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!